вы ходили, все надоело, там, ухожу. Я уже в этот момент, когда он хотел уйти, его же остановили, говорит, нет, стой. И он говорит, мне уже все равно встало, я уже встал, там, книгу эту поднял в руке, и мне же все равно. И вот после этого книги начали брать, да? Что произошло? Предание. Предание. То есть предание — это самое главное, что мы хотим достичь в этом процессе. История Драупади. О! Вы помните, с чего начинали? Что лилы проявляются здесь, в виде санкизма на лилы. Вот вам Драупади. Когда уже ничего не осталось, все, последнее все осталось, все равно. Главное — это предание. И вот после этого дело пошло. Ну, а чтобы отметить тех, кто еще в подобных лилах участвовал, мы их сейчас провозгласим. И у нас вообще не получается 37 мест заняли участники лил. И когда мы их будем называть, все, пожалуйста, дружно поддерживайте криками «Харибол!», «Ура!», аплодисментами, да? Чтобы вдохновиться на следующий марафон, который у нас в январе начинается. На 37 месте Мададжи Алла Забора. Харибол! 6 книг, 1,5 очка. 36 место Мададжи Джарати. Три книги, 4 очка. 35 место Гаура Бхакта Прабху. 21 книга, 5,25 очка. 34 место Юрий Вершинин Прабху. 17 книг, 5,5 очка. 33 место Мария Костенюк. Написано Прабху. 20 книг, 7,5 очков. 32 место Абхирам Тхакур. 9 книг, 8 очков. 31 место Александр Гонончук. Далее, все ли присутствуют, кого я называю? Нет. Александр Гонончук, 5 книг, 8,25 сотых. 30 место Рактака Прабху. 12 книг, 13,5 очков. 27 место Тарун Кришна Прабху. 8 книг, 16 очков. 28 место Лалита Хридая Матаджи. 28 книг, 16 очков. 29 место Богдан Забора. Это ваш муж, да? Сын! 12 книг, 16 очков. 25 место Мададжи Индра Прия, 14 книг. 16,25 очков. 26 место Мададжи Шакунтала. 21 книга, 16,25 очков. 24 место Руслан Гузи и Махадьюти. Ну, так написано тут. Руслан Гузи. Ага. Руслан Гузи на 24-м. 45 книг. 17,5 очков. 23 место. Махадьюти Прабу и Лилавати Мадхари Мададжи. 61 книга, 17,75 очков. 22 место Враджа Лила Мададжи. 41 книга, 22,25 очков. 21 место Раса Мурти Прабху. 27 книг, 28,5 очков. Кстати, пребывает он в Индии данное время. Подчеркивает, да? Всепроникающую, да, природу Лилу. 20 место Ваншватов. 27 книг, 28,5 очков. 19 место Эка Врата Прабху. 63 книги, 31,5 очков.
18 место Камала Кара Прабу. 110 книг. 35 очков. 17 место Гаурака Дадхар Прабу. 18 книг, 36 очков. 16 место Елена Сахнюк Матаджи. 24 книги, 48 очков. 15 место Евгений Нидяк Прабу. 65 книг, 62 очка. 14 место Анутама. 84 книги, 69 очков. 13 место Вишудакшина. 50 книг, 71, 25, 40 очков. 12 место Мукунда Гауранга Прабу. 136 книг, 89 и 75 сотых. Теперь, начиная с 11 места, кого я буду называть, пожалуйста, выходите сюда под всеобщие хариболы. Мы будем награждать. 11 место. Тула Сивалоха Прабу. Награждается почетной грамотой. 11 место. Десятое место Баларама. Арива! Это вам от нас, это отлично. Девятое место Юрий Колодей. Арива! Вот. От Кришны, где? Там. Восьмое место. Юрий Бурындин и Бхакти, и его Бхакти Врикша. Сколько, сколько? 83-160 очков. 83. Не там, распространи. Седьмое место. Рамаруба Прабу. 86 книг, 172 очка. Рамаруба где? Кривом Рагу. Шестое место Шьяна Ананда Прабу. Арива! 459 книг. Арива! 214,5 очков. Почетная. Пятое место Йогешвара Прабу. Арива! 230 книг. И 331 очко. Арива! Четвертое место Эльдар Гаргашев Прабу. 370 книг. И 431,25 очков. Арива! Третье место Джаянта Крит Прабу. Арива! Одна книга. И 440,5 очков. Арива! Второе место Яшода Кумар. Арива! 319 книг. 510,25 очков. Арива! Первое место кто? Кто? Кто хочет? Ну-ка, угадай. Кто? Слышите? Мы же сразу угадали. Антон Козин. Арива!
29 книг, 808 и 2540 очков. И еще у нас есть одна команда, которая распространяла книги весь марафон. Эта команда называется Департамент Пуджи. Видите, книг не осталось ни одной. Не всегда было очень много, ни одной не осталось. Вот, Департамент Пуджи. Вы все выйдете и от вас будет фанатом. Господи. Нет, давайте пора, ну, как это там? Кто есть? О, да. Итак, Департамент Пуджи распространил 62 книги. И это 97,75 сотых очков. И всего было распространено за этот декабрь 4456 книг. Арива! Это составляет 4272,75. Дорогие преданные, благодарность всем и каждому, кто участвовал прямо и косвенно в марафоне. И у нас были выездные группы, но также у нас были преданные, которые оставались и распространяли книги здесь, в Днепре. И те, и другие могли продолжать свое служение в распространении книг благодаря тому, что были преданные, которые участвовали в поддержании храма, в поддержании служений божествам. Мы сейчас только что наградили департамент Пуджи, это Ашу Брамачарини Матаджи, они очень много выполняли здесь служения, и благодаря этому также преданные брамачари, они могли больше выходить на улицы и распространять книги. И хочется также отметить нескольких преданных, которые на весь марафон приехали в храм и не остановились специально в храме и выполняли много разнообразных служений, любые служения, которые их только просили, ради того, чтобы можно было брамачари, в частности, больше распространять книг. И это два человека, темпл команды такой, Бадасевы, это Владимир Алексеев и Богдан Заборов. Можно подойти, у нас есть вам тоже небольшие подарочки. Также ежегодно мы поздравляем первую десятку, в этом году первые 11 мест грамотами. Каждый год красивые грамоты, очень творчески видно, что Кришна проявляется через этого преданного. Говинда Кавирадж Прабху милостиво делает такие подарочки. И для Говинды Кавирадж Прабху у нас тоже есть подарки. Если вы здесь, выйдите, пожалуйста, мы тоже вас поблагодарим. Ну, в действительности намного больше преданных помогали, просто мы сейчас отметим тех, кто это делает стабильно и заметно. Но также мы поблагодарили дружным харибом, трехкратным, всех тех, кто даже это делает эпизодически. Ари! Ари!